страшном ДТП погиб начинающий водитель. Его машину от столкновения с фурой разорвало на две части. Автокатастрофа произошла на 36-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. 24-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, начав обгонять попутную машину, но при этом не убедился в безопасности. В итоге лоб в лоб столкнулся с ехавшим навстречу многотонником. От удара легковушку затянуло под тягач, после чего разорвало на части. От травм водитель погиб сразу же, шофер фуры не пострадал. Автоинспекторы выясняют причины ДТП, при этом отмечая, что дорога была чистой и сухой.